Всем привет, ребят. Ну что, как обычно, у нас трешачок на английском сервере. Я так понял, это уже на постоянной основе у нас ведут Apex Кристаллы по нормальной цене. Наконец-то. Наконец-то можно будет быстренько качать 30-й прорыв, пока они не ввели следующий. Ну, сегодня поменьше, чем вчера. Зато сегодня разнообразие плюх намного больше, как видите. Куча всего, эмблемы, там, все, что хочешь, есть. Сразу можно 50 героев прокачать. Так, эти кристаллы я так и не могу забирать. Такс. Окей, поехали. Что у нас интересного? Куча донатных плюх. О, ничего себе. Подашку дали. Неплохо, ремочка 8. Отлично. Так, по сундучках. Ну, мне нужно 5 открывать, потому что... я уже вам показывал, у меня красные кристаллы в перелимите. Сейчас откроем, сколько сможем, и качнем следующего героя. На 30-ку. Попробуем сейчас, наверное, Командору качнуть. Многие из вас просят Командору показать. Попробуем качнуть Командору следующий. Напоминаю, конкурс еженеделька, ссылочки в описании. И десяточка тоже есть. Скоро мы ее разыграем. Жесть, сколько плюх. Раньше об этом только можно было мечтать. Так и знал, что не влезем. Эти тем более не даст открыть. 1978. Обалдеть. Так, окей. С этим вроде мы разобрались. Что у нас по осколочкам? Ну, 12 тысяч. Тысяч. Отлично. Так, поехали. Все. Не получилось у нас забрать. Поехали в эту акцию. Сейчас быстренько позабираем плюшечки. Я надеюсь, я хоть в этот раз достану карточки на архе отсюда. Поменяли награды, камешки дают. Правда, такое количество камешков просто смешно. Ничего себе, вторая стирачка. У нас уже убрали архи, карты. Будут давать смену имени только что ли. Да, печально. Так, и что дают? 10 этих сундучков. Ну, такое себе. Не ахти.
Нету бога грома сегодня. К сожалению или к счастью. Потому что он никакой. Я уже показывал. По молотке, ну, смысла реально нет играть, если у вас есть пират. Пирате вы в разы больше получите плюх. Жесть, поубирали походу карты на архе. Видели, что я их нормально начал фармить и запихнули сюда какую-то дичь. Вот кому нужны эти осколки на карты? Донату однозначно это не надо. Ну, плюхи, конечно, в этот раз как-то такое себе. Но самих сундуков еще более-менее. Ну, такое относительно, я бы не сказал, что это какой-то там мега-мега трэш. Так, поехали качать командору. Командора, держись, мы тебя качаем. Это, кстати, будет... Наверное, силушку апнуть. Прям 200. Можно было бы уже даже больше сделать, но я, как видите, качаю поочередно героев. Ну и тесты провожу и смотрю, какой герой имбушка, какой нет. Хорошо, что здесь есть возможность это сделать. На русском сервере мы бы сидели просто и улыбались. Наконец-то проблема с книгами хоть решена. Вообще думал, будет печаль полная. Так, половинка есть. Я думаю, будем тестировать командору атакующего плана. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, какую делать, какую тестить, чтобы я знал, что вам интересно. Блин, как долго вот это вот перевыходить, перезаходить. Почему нельзя сделать так, как с прокачкой? Ай, с прокачкой героя. Итак, шел третий час. Они качали полутора. Реально, если так вот с нуля качать, это такой гемор. Вот многие там пишут, вот донат с донатом. Поверьте, ребят, вот эта вся экономия времени, она влазит по тому, что ты сидишь и фармишь пол вечера на прокачку героев. Ну, конечно, этот вариант лучше, чем просто сидеть и смотреть. Но опять же,
Так, наконец-то финишная прямая. Ну, видите, сколько надо ресурсов. Просто жесть. Если одного нет, то другого не хватает. И так вот все время. То одно, то другое, то одно, то другое. Ебой! Командора максималочка. Пишите в комментах, какого вы хотите следующим героем увидеть. Как вариант, что я для себя вижу, это Бигфут интересно, Анубис интересно, Вольт тоже в принципе интересно. Сердцеедку писали, Некроса, может Некрос будет кайфовый. Рину, Бигфут, в общем, есть. Кого еще качать, пишите в комментах, кого вы хотите увидеть, будем пробовать. Так. Что у нас тут еще есть? Бонусы какие-то. Поехали посмотрим. Что там интересного? А, понятно, эту акцию мы пока пропустим. В общем, куча разных акций, а ничего в них не меняют. К сожалению. Честы. Lucky Flipping есть. Ничего себе, 111 попыток. Молтаника, Малышник, Призрачный, Хранитель, Прайм-карта, Призрачный, Дрейк и Трикси. Такое себе. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, лайки, репостики, не забывайте про конкурсы. Всем удачи, всем пока.